что я наделал. Что? Я вам заплачу. Может быть, у них в косте был вариант заплатить, но они типа забили. А похуй. Я видел, они написали сообщение. Простите, что мы сразу не сказали, что игра хуёво работает. Они сами виноваты. У нас будут предзаказы, будут на пастгене, а потом они решили такие, бля, мы концентрируемся, чтобы игра была не для пастгена, и все, и пиздец. Я их не виню, они в сложной ситуации оказались. Просто вот так вот. Душа за все подряд, за баги и не оптимизация. Ой, да, там американцы что-то совсем... Ой, я на американцев уже не обращаю внимания. Мне кажется, они в роботов каких-то себя превращают, такое ощущение. Культура и нация. А я робот. И нет, у меня сердца. Неосторожный шаг и провалишься с головой. Бля, он прав. Короче, делай как знаешь. Все равно убеждать тебя бесполезно. Типа они сертифицировали игру, но вроде они большая компания, но вроде как релиз для многих неприемлем. Короче, слава богу, Киберпанк ушел, он норм. Прикольная колонка размером с рояль. А что не так с ИИ? Там какие-то проблемы? Ну, типа, были странные моменты, где они зависали. Один раз у меня было такое. Его просто нет. В смысле нет? Что за бред? Это очередные какие-то доёбки? Благодарю. Машины не обижают. А, то есть вообще похуй на это. Господи, кто на это обращает внимание? Это же не GTA. И врагов очень легко наебать. Чё люди тогда не жалуются на ИИ в каком-нибудь Call of Duty в таком случае? Всё хорошо? Тут они хотя бы бегают, что-то делают немного. Люди просто не понимают, что на самом деле... Просто никто не объяснял, что ИИ в играх, он никогда хорошим-то и не был, по сути. То, что Фири люди называют, типа, охуенный ИИ, это иллюзия. Поэтому в этом и суть, что смысл не в том, чтобы сделать какой-то не ебаться реалистичный ИИ. Нужно просто сделать правдоподобным. Или сделать какой-то фокус. Просто в основном у людей доёбки, как я понимаю, типа, почему ИИ не испугается меня? Не обосрется в штаны. Не обходят они меня. Почему они не разговаривают во время боя? Не, меня вообще на транспорт насрать, нет? Типа они стоят, что-то там мне похуй. У меня даже за ним мысли не было об этом. Я такой, окей, стоят. Не оправдываю, просто не думал об этом, что это какая-то проблема, типа. Вот у меня, например, комп, если я залезу в карту, вылетает. Вот это, блядь, проблема. И кто виноват, и узнает. Окей. Я еще не вышел. Ты меня нахуй закрыл. Сука. Видимо, она автоматом закрывается. Я слишком медленно прошел. Ладно, в следующий раз выбегу, я бегать не могу. Да. Ой. Мусор, серьезно? Может, если вариант какой-то повыше? А, может быть, типа есть разные варианты? Пардон. Может быть, по-разному можно от тела избавиться? Графа вырви глаз на PS4. Бля, сочувствую. Watson Horror. Then only on VNS. Попробуем контейнер выбросить. Да, мне... Стоп. Ой, Халк сработал. Да, интересно, сейчас огляну. Да похуй на пастген. Смысл не в этом. Смысл в том, что CD Projekt собирали предзаказы и не предупредили, что игра так выглядит. Но я уже говорил про это, что мы живем в таком мире, что компания не будет, учитывая свои размеры, такие штуки, как типа, блять, на самом деле, там... Вот эта хуйня не готова. Аза, непонятно. Окей, все зависит от того, куда ты его спрячешь. То есть это не обязательно по квесту идти. Ну тогда, блядь, я его не буду в здании в том же выкидывать. Это бред просто полный. То я думаю, странно как-то, типа, чему мне предлагают выкинуть в самом очевидном месте. Я его возьму, просто машины довезу до куда за роллплею сейчас. Так, стой. Уходи из машины. Давай, вон, брысь. Чело, лежи, блядь. Багажники не у всех открываются. Да, окей. То есть можно. Окей. Куда мы его повезем? Кто его знает, куда его сжигать-то? Программисты не отдыхали, сразу видно. Мне кажется, такую хуйню сделаешь только тогда, когда сам тестируешь все будешь. Это бессмысленно кому-то отдавать, пока они разберутся там, блядь, как все работает. В какой-нибудь фирме, если ты подрядчиком даже отдаешь тестерам. У меня есть еще одна идея. Давайте, наверное, болото отвезу. Окей, да, давайте-ка. Я боюсь карту открывать просто. Пустыня, в какую сторону-то мне, блядь, ехать? Давайте я карту аккуратно открою. Аккуратно. Вон они, карты Таро. Все, я вижу их. Нихуя себе. Во, это где-то здесь? Все, понял. Ладно. 5 км, пиздец. Как играм? Супер. Поскольку чувствуется хорошо оружие, отличная стрельба. Мне понравилось. Я удивлен. Правда. О, нихуя тут.
Это разве не лужа? Так это ж лужа. Окей, значит это не то. Ну вот это типа болото, да? Узнаю хавок. Блять, надо вытаскивать срочно, иначе сейчас ёбнет. Это было охуенно. Я надеюсь, они, блядь, ничего не исправят в этой игре, если честно. Чтобы каждый раз какая-нибудь новая хуйня появлялась. Он взрывается? Да, взрывается. А где он? Ох. А ты пустоши реально чувствуешь себя как в Fallout каком-то. Ну, короче, вы можете прыгать на нее. Теперь будете знать. Не знаю, конкретно с этой тачка работает. Наверное, да. Я его сломал, кстати. Вот такой авто король лица выглядел. Пум, ударил собаку. А, оу. О, давайте попробуем вот так сделать сначала. Промазал, да? Не, ну он спрятался неплохо. Его достать уже не могу. Потому что физичное тело, типа, не коллизии, короче, с этой хуйней. Смотрите, короче, можно здесь скинуть, похоже. Или нет? А, нет. Нет, здесь везде хуйня. Окей. Сюда не должен спускаться, наверное. Да, может, не успели доделать. Да похуй, бля. Прикольно выглядит. Бать, тут красиво. Дальше дракона. Короче, скинул я его куда-то в море и пойдет. А, то есть карта Таро может быть... А, она глючит. Понял. Эх, две здесь, бля, я приближать не буду, это опасно. А мне типа сканировать не обязательно, достаточно увидеть, оказывается. Козел! Кто сказал это, блядь? Кто это сказал? Ты была? Еще выше. В смысле, ты не схватился, блядь. Окей. Окей, звук, все нормально? Еще выше. Еще выше. Почему я звучу, как будто я через баночки вот это прохожу? Это теперь никак не избавится мне? Кажется, я это подцепил, когда был у Лизи. Когда через вот эти висящие штуки проходишь, они такой же звук издают. Да сука, что за бутылки, блядь? Да, это не круто. Обычно все баки фиксятся просто загрузкой. Сохранение. Иногда что-то лечится в главном меню, иногда что-то просто нужно всю память освободить. Возможно, реально где-то в памяти зачесался этот звук, не освободился, скажем так. Блин, мне кажется, или этот ООП реально... Я не знаю, людей как-то не так учат, что ли, программирование. Либо C++ просто не справляется с нуждами уже программистов. Я хз. Реально делал, что киберпанк не соберешь на продуктивно на каком-нибудь ассемблере, значит, надо что-то другое придумать. Данным прыжком можно с любой высоты прыгать и не умрешь. Нет, ты не можешь прыгнуть второй раз, типа. Все, тебе не позволяют. Отскок кока. Отскок кока. Короче. Да пошел ты нахуй! Я в пути. Почему я это вел? Короче, это все сложно. Программирование игр.
Дело не в языке, парадигме, а в культуре. Да, понятное дело, что очень много зависит от того, как люди относятся. Не, ну, по личному опыту я вам так могу сказать, что какие-то языки порой... Ну, мне лично, например, неприятно работать с C++. Это на других людей тоже, наверное, может влиять. Ну, в смысле, типа, любой программист может любой язык, бла-бла, это понятно. Ну, как бы, язык, он, по сути, как инструмент своего рода, а если у тебя нет нужного инструмента, так соси бибу. Примерно так. Соси бибу. Возможно, у меня в этом районе вылетает, если я пролетаю. Я ничего не нажимал, не это не приближал, не отдалял, просто это летал по карте. Дорожающий баг, ну ладно. То есть смысл не в культуре, а смысл в том, что людей не обучают, что, эй, ты работаешь с компьютером, тебе нужно, ну, типа, за памятью, по сути, следить все время. Ну, ты с ней работаешь. Смотри, есть вот этот язык для того, чтобы слегка абстрагироваться от машинного кода, чтобы ты мог быть продуктивным. Это он создан тупо для этого и больше ни для чего, по сути. Вместо этого весь обучающий контент — это просто какой-то, блядь, клоунада дикая. Живой. Короче, если я вниз в тот район опускаюсь, то все. Тут смысл не в том, что проще, смысл в том, что мне интересно. Ну и людям, которые занимаются, например, программой. Мне лично интересно 3D, игры, ну и решение задач, проблем, да. Ну то есть, такие вещи. Типа дизайн, наверное. Покатаюсь тогда по этому городу, мне же здесь не вылетит. Музыка завязал, да я особо не начинал. То есть я жалуюсь не на простоту, да, что типа, о, там какой-то язык не понять. Не, дело не в этом. Дело в том, что он, структура его, да, система построения того, как с ним работать, может быть, некомфорт. Это, ну, это, знаешь, тут некомфорт, который со временем только хуже-хуже становится. Как геморрой. На JavaScript сделал страничку статичную, тебе, блядь, уже интерфейс оформил. Любой заходит на сайтик, там WebGL этот включается, у всех он есть в браузере, он работает. Сразу тебе окошко, и сразу тебе там 2D, 3D выводится. Цой жив. Цой жив. Нихуя себе забрался, блядь. Как делается оптимизация? Ну, это широкое понятие, скажем так. Хотели бы мне, что я ходил здесь, да. Какого хера? Хера. Пешка, мол, если бы не выебываться, дело не на дрель, то все было бы окей. Как думаешь, есть в этом правда? Нет, это бессмысленное заявление. Это заявление человека, который не понимает, о чем он говорит. Ну, если типа это всерьез обсуждать, если ты всерьез не понимаешь, как вообще изнутри это работает делаться, то лучше не говорить такие глупости. Ну, если там это серьезное обсуждение. Не покупайте наногель для увеличения члена. В смысле, всем известно, что киберпанк делали 78 лет. Понятное дело, что фотореализм и все такое, но какой-то стиль во всех этих текстурах есть такое. И в освещении вообще. Ну, прям такая красивая фоточка. Не убей только себя, сука. Укушите ебучий Колизей. Да не... Сука, а? Wolves only fall at night. Ого, луна. Каждая прям может пойти на обложку для пертурбатора на альбом. Только не вылети, блять, сука, как по минному полю хожу, блять. Каждый раз. Ой. Стоп, а это типа тоннель? Да, серьезно? Прогружается, к сожалению. Ладно. Ты не такой. Блять, ты каждый раз. Полетели? Далеко я улетел? Да, кажется, я... Спасите меня, пожалуйста. Вот и залетел, блядь. Нормально устроились. В Ведьмаке, я помню, были закаты, ты просто останавливаешься, такой, ля, нихуясь. Здесь прям бьем. Сука. Охуен. Как тебе, а? Охуен. Один уже
Сейчас я сделаю странную фигню, получится. Я думал, тут спрятаться можно, а тут не голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Просто кок на полу. Welcome. Это хуй на полу, хуй на полу, хуй на полу, хуй на полу. О, красиво. Пиво на полу. Пиво. О, дырку нашел. Я свободен! У меня фуф сломался. Все это. Колючая палка. А тут он меня не ебет? Может, что нет? Блять, а как я здесь пролезу? Да никак. Думали, я не найду, а я нашел, блядь. Я все найду. Кобизи на эти камни неадекватно реагируют. Этот кринж. Не пускает меня камень. Камень ебучий, не убивай меня. Сейчас скажу киберпунки, охуен, ля какие длинные тени, ля какой, смотрите.